Семейный тест в действии. Мы выбираем технику с умом и доверяем только профессионалам и очевидцам. В доме шоумена Ивана Вобищевича тщательное исследование возможностей проходит новый супертехнологичный OLED-телевизор LG. Я даже и не думала, как качество картинки может влиять на впечатление от фильма. Недавно всей семьей пересмотрели в очередной раз «Призрак оперы», а там так много темных сцен, которые некоторые детали даже и не замечались раньше. И сейчас все вот эти нюансы реально были видны. Это просто восторг какой-то. Если честно, я даже не знаю, с чем сравнить. С кинотеатром! Мы теперь все новые мультики смотрим дома. Все дело в собственной уникальной технологии LG Active HDR. Благодаря ей телевизор воспроизводит изображение такого же качества, каким его видели оператор и режиссер в студии во время монтажа. С LG Active HDR любой фильм, клип или анимация смотрится на экране совершенно по-новому. Ну, к звуку я всегда относился достаточно щепетильно, и когда покупал какой-то телевизор, всегда к нему добавлял какую-нибудь аудиосистему, чтобы сабвуфер был. А этот телевизор мне посоветовали как раз попробовать без ничего. И, знаете, я вам скажу, очень доволен. Пробовал смотреть концерты, ощущение, как будто ты в зале и слышны все частоты, то есть все прокачивает. Иногда использую телевизор как плеер, можно отключить картинку, чтобы не отвлекало, и кайфуешь. За звук в этом телевизоре отвечает передовая технология Dolby Atmos, которая создает эффект полного погружения даже без дополнительных аудиоустройств. С Dolby Atmos любые звуки — вертолет, автомобиль, мелодичное пение птиц — звучат отдельно, четко и реалистично. Каждый звук будто привязывается к разным точкам в пространстве вокруг слушателя. Такое аудиосопровождение создает стопроцентное чувство реальности происходящего на экране. Никогда не думал, что телевизор может подстраивать звук под помещение. А наш может. Есть специальная функция, которая запускает сканер пространства, и телевизор сам настраивает аудиосистему. И звук реально становится более объемным. Как будто сам внутри мультфильма. Но прежде чем сказать окончательное «да» новой модели LG, тест надо завершить, уверен дядя Ваня. Оправдаются ли все ожидания или найдутся какие-то нюансы? Экспертам нужно время. Подробности совсем скоро в нашем утре.